Депутаты предлагают штрафовать за прогулки в лесу. Согласно законопроекту, с осени 2013 года наказывать рублем смогут не только те, кто разводит костры во время официально объявленного пожароопасного периода, но и те, кто просто гуляет по лесу в этот период. Российская газета сообщает, в Госдуме состоялось первое чтение документа. За нахождение в лесу будет предусмотрен штраф до 1000 рублей. За разведение костра придется заплатить 1500-2000. Штрафы для юридических лиц больше. Нахождение в лесу в пожароопасный период обойдется от 3 до 5 тысяч, а разведение костра – до 130 тысяч рублей. Контролировать соблюдение правил должны будут лесничие.